Приветствую всех. У меня выдалось несколько минут для того, чтобы снять для вас классное видео, что в моей косметичке с собой в путешествии. Так, теперь я поняла, что она у меня вся в воде. Кто-то тут не протер за собой. Классно, что заметила. Итак, без ложной скромности сейчас все расскажу, что я с собой взяла. Ну, во-первых, я уже ее выставила и показывала вам в предыдущем видео. Это, конечно же, зубная паста натуральная, отбеливающая. Я только ею и пользуюсь. Следующее, что у нас идет, это натуральный дезик от Дотеры, естественно. Мне очень нравится запах дугласии и греческий апельсин, кстати, очень прикольно. Вот. Естественно, дезодорант — это не антиперспирант. Я надеюсь, вы знаете разницу. Всем привет! Если вы очень сильно потеете, вам нужно какие-то дополнительные делать движения, телодвижения. Потому что это только неприятный запах убирает. И, кстати, еще лайфхак от меня вам. Можно на дезодорант сверху капать чайное дерево и наносить. И таким образом чайное дерево как раз-таки борется с неприятным запахом. Но если вам чайное дерево вообще не нравится, поэтому, ну, как бы, там вы уже сами решаете, что делать дальше. Следующее, я просто по порядку буду, что у меня в руки попадается. Yarrow Pom. Это у меня на вечер, я обязательно после того, как умоюсь, наношу. Это наш жидкий ботокс, недавно был на акции, поэтому если вы стали счастливчиками, обладателем Yarrow Pom, вы знаете, о чем я. И знаете, что я еще делаю? Я восстанавливаю свои руки, потому что постоянно в воде возишься, убираешься дома, помощи у меня как бы нет. И руки, они нас выдают часто, поэтому я наношу обязательно и восстанавливаю кожу рук. Конечно, кремом я тоже пользуюсь, но это дополнительная помощь, активация клеточек. И оно так здорово затягивает все эти микротрещины. Я не знаю, просто если месяц им пользоваться, потрясающий результат. И еще если у вас есть типа такие, как их называют, пигментные пятна, оно тоже очень хорошо с этим работает. И если вы взяли свой осветляющий крем, гель там в подарок, то вот можно тоже на руки наносить, если это ваша проблема. Естественно, после душа я наношу тоже Yarrow Pom, но это сыворотка для тела. Я ей почему пользуюсь? Я постоянно наношу на свой шов после родов. Я пытаюсь от него избавиться. А то кто-то, в принципе, говорит, что это очень классно. Напоминание о родах, там и прочем. Ну, как бы, я не из тех. Я хочу, чтобы мое тело было прекрасно, как было раньше. Такая, ага, сейчас, да, после двух родов мечтай. Ну, anyway, я, в общем, работаю со шрамами, плюс просто оно придает упругость коже, и так как у меня со спортом сейчас полная беда, я хотя бы вот таким образом себе помогаю. Именно тонус кожи. Дальше, я бесплатно получила очень уникальную, эксклюзивную вещь от Дотера в прошлом месяце за то, что я зарегистрировала более 5 человек. И там пришло вообще 3 подарка. По сути, это был... Дай бог, это я вот честно не помню, что там было. По-моему, там Bubble был, вот этот Yarrow Pom. Короче, честно, не помню. Я уже столько подарков от Дотера получаю каждый месяц, что сложно. Но вот это самая вообще актуалочка. Что это такое? На нашем американском рынке этого нет. Судя по иероглифам, это с корейского рынка Дотера, эксклюзив, и в продаже нет. Это розовая вода. И, кстати, вы, даже если вы бизнес не делаете, но у вас есть аккаунт в Дотера уже, и у вас есть много друзей и знакомых, которые бы хотели тоже, ну, попробовать там Дотера, и они знают, что вы пользуетесь, вы, кстати, можете им помочь. И не обязательно там делать бизнес, просто вот на этот период помочь им открыть аккаунт через вас. Вы получите еще 20% комиссию. Я вам подскажу еще, да, и вы можете получить вот подарки. Кстати, вот я вам сейчас покажу. У меня есть где-то фотография, что вы понимали, о чем речь. Да,
Это вот в нашем сейчас, что на рынке США, кстати, это только. У России очень классные тоже акции для регистрации, но это будет следующее вообще видео. Вот, вы получаете за 3 человека, которым вы расскажете о Дотерре, они откроют с вами аккаунт, маленький Bubble Diffuser и смесь мотивацию. Или если это 5 человек и больше. И вообще, в принципе, эта акция, если вот это 5 человек, если потом снова 3, вы получите снова Bubble. Так что давайте, рассказывайте всем. Короче, вот эти 3 вы получите, одна из них это розовая водичка. Так, все, это нам больше не актуально. Дальше. Для умывания я использую линейку Virage. Это моя такая go-to. Это не для зрелой кожи, это просто очень такая легкая линейка. Она хорошо помогает, выравнивает тон, если у вас не сильно какие-то есть проблемные зоны типа пигментных пятен. Оно, в принципе, тоже хорошо с этим справляется. Мне нравится здесь состав. Это все натурально, и в составе есть чайное дерево, что у меня, например, сейчас начались после рождения ребенка. Первый раз, типа, пришли женские дни, и, конечно, лицо сыпется, и это очень хорошо помогает от прыщей. Так, что дальше? После умывания всегда сыворотка. Сыворотка у меня от линейки как раз-таки, как ее, anti-age по-русски, не знаю, anti-age, сейчас так популярно. Сандалы мира в составе, и это как раз таки такие мощные эфирные масла. Для кожи. И тут у меня собака долбится тоже. Что тебе надо, Ред? Успокойся. Вот так вот. Не дают. Маленькое пространство личное хотя бы. Я тебя понимаю, почему некоторые люди идут в туалет и там сидят по часу, как в офисе. Я, кстати, видела несколько раз видео у мам разных, которые работают еще из дома, и прямо она тоже там, типа, и в туалете, короче, у нее офис, и она делает свои прямые эфиры из туалета, создала там такую мини-комнату, потому что, ну реально, прикиньте, если у вас там не 2 ребенка, целых, не знаю, 5, где вам скрыться? Вот в туалете единственное место, где есть защелка. Короче, ладно, проехали. Далее. Это я использую утром. Я не использую Yarrow Palm утром. Почему? Потому что он для меня немножко жирноват, и такая некоторое время кожа выглядит, как будто светится, да, типа glowing. Ну, конечно, это классный эффект, но для меня это жирновато, и я предпочитаю, вот, я ухватила классный крем. В прошлом месяце он, по-моему, был out of stock, я даже не знаю, если он сейчас есть в наличии. Это вот как раз проблемы там, типа, с морщинами и прочим. И здесь у нас лаванда, жасмин, герань и ладан в составе. Мне нравится консистенция этого увлажняющего средства.
Есть еще у них классный просто крем, типа ночной, там тоже мощный. Я им зимой пользуюсь обычно. Это я взяла маленькое базовое масло именно для чувствительной кожи. Не для себя, а для малыша, чтобы ему наносить вот ромашку, одно из масел, которое я взяла с собой, потому что у него до сих пор сопельки. Так, что еще? Я, конечно же, имею тонер для лица. Это тоже мне нравится больше у Вираж. Почему? Потому что здесь есть спрей. Есть такой лайфхак. У линейки Essential Skincare, из которой наш вот эти два средства, он тоже очень хороший, но меня напрягает то, что там нужно типа ватка и вот это все, а я так все быстро-быстро делаю. Короче, лайфхак. Когда заканчивается Вираж, если вам хочется то средство и нравится вот подача именно спрей, он откручивается. Берете, наливаете туда, что вам надо, и пшикайте. Я так имею пустую от Виража бутылку, я туда постоянно делаю самостоятельно тонер и добавляю масла, которые мне нравятся. Для чего? Для разнообразия. Для чего? У нас столько классных масел. Здесь в составе из эфирных масел иланг-иланг, пальма роза, кипарис, кориандр, очень классно, да, и алоэ вера есть, но это не эфирное масло, а так состав. И witch hazel, именно гамомелис по-русски, не знаю, многие русские даже не знают, что такое гамомелис, я даже его загуглила перевод, потому что я знаю, что такое witch hazel, но не знала, что такое на русском вообще. И вот именно с witch hazel я делаю свои домашние тоники, у меня есть классный рецепт, и я потом в сторис вам кину. Дальше, что у меня в руке, это спрей Adaptive. Вот вчера, как я сказала, я приехала, тут столько нужно было распаковывать, что-то делать. Ну вот я первый раз как бы в Орви, и на руках все время малыш, он хотел спать, покормить негде еще. Короче, нужно было прибраться, у меня был такой стрессняк. Я забыла, что я взяла с собой адаптив. Мне помог, конечно, дикий апельсин в конечном счете. Но, в общем, вот это очень классный антистресс, если в течение дня вам выносят мозг, вот честно. И можно просто, ну, прям сейчас можно. У меня собака выносит мозг. Сейчас Саша ушел с малышом гулять с коляски, он тут ноет, стоит под дверью. Вот. И что еще? Это не из Дотера, потому что я обещала вам показать все. А, у меня еще тут масла есть. И у меня не из Дотера. Я вместо этого на лицо, вместо, как его называют, Makeup Foundation, место, господи, кто-нибудь может подсказать, что на лицо наносит, чтобы замазать все неровности, когда фильтра в Инстаграме нет? Короче, вот эта база, основа, которая... Представляете, я забыла слово по-русски. Ё-моё, oh my goodness. Как называется крем вот этот по цвету кожи, который мы наносим на лицо? Мейкап, короче, по-русски не знаю, не помню. В общем, я использую CC-крем вот этой конторы, она называется Thrive. Там типа на этот... Не тоник, а вот когда ты хочешь, вот это вот все, видишь, у меня как бы фильтр, а так лицо у меня такое не очень ровное. Вот что мы, девочки, намазываем на себя, чтобы быть красивее? Короче, вот я использую вместо вот того средства именно CC-крем. Он как раз-таки с... цветом тон выравнивает. Кстати, вот я сейчас уже умылась, все дела, я еще этого не делала, поэтому я фильтр использую. Мы же все хотим быть идеальными. Вот сейчас как раз при вас и намажусь. И я ходила как-то на класс к Ане Меретливой по косметике, не помню, еще до рождения и вообще до беременности. И она говорила, этот какой-то метод нанесения руками, по-моему, французский, что ли, поправьте, если я не права. Потому что есть ведь другие губки, спонжи, всякая фигня, вот это вот можно, ну, как бы косметику наносить. В общем, она предпочитает пальцами. И даже, представляете, говорила, типа, эти тени пальцами, короче, наносят без всяких... 350 вот этих щеточек. Тоналка, ё-моё, Наташа, спасибо, тональный крем. Как будто, блин, Эврику открыла. Реально, представляете, я забыла слово тоналка. Капец. Надо спать больше. Да. Вот, в общем, все. А, нет, как все? Сейчас руки помою тут. Видели, у меня в Орви даже вода есть. Класс. Идеально.
И масла быстро покажу, какие взяла. Я взяла в роллерах 4 роллер. Значит, On Guard. Для чего On Guard? На отпуске, потому что ты никогда не знаешь, что подцепишь. Вот. Дальше. Ладан я взяла тоже вдоль позвоночника малышу. Сразу же наношу, потому что он разведен очень хорошо. Ветивер себе. Мне очень нравится. Последнее время я просто с ума схожу по этому запаху. Он успокаивает на ночь. Просто потрясающий. И у меня есть разведенная для малыша, если прям вообще надо сильно успокоить, Serenity. Как его? Дозировкой, вот. То есть для взрослого это 20-25 капель на 10 мл. Для малыша я использовала там 2 капли всего. Вот. Вот и все. Вся моя с собой косметичка. Вот. Так что, если есть какие-то вопросы, интересно было про какой-то продукт больше узнать, напишите. И...